Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували якісну та перевірену інформацію з перших вуст. Сьогодні в нашій студії Володимир Лєбєдєв, волонтер та засновник Дому Милосердя. Вова, вітаю вас! Добрий день! З перших днів війни ви дуже активно працюєте. Ми знаємо про ваш головний, так би мовити, корпус «Дім Милосердя». Раніше він працював для тих, хто потребував прихистку від домашнього насильства. Що зараз відбувається там? Як ви переформатували роботу? Ну, він і був і для бездомних приют. І, к сожалению, почалась війна. Допустимо, якщо бездомних в місті було 300 чоловік, там по Україні там 20-40 тисяч, то зараз цих бездомних, к сожалению, там 10, да, мільйонів людей, які переїхали в Європу або ж там ближе к западной, то мы сразу начали как бы работу в том плане, мы дали, что мы готовы принимать у себя людей, то есть люди, которые ехали в первые дни транзитом как бы через наш город. Потом мы поняли, что нашего приюта мало, мы начали прям в соцсетях выпрашивать у людей, чтобы готовы были принять у себя дома, у себя там в квартирах, ну, короче. И потом многие люди отозвались. Мы почти сдавали, были дни, когда мы сдавали там 40 домов, квартир там это. И да, это, конечно, была работа такая, знаете, первых 17 дней я вообще не помню, как это вообще. Мне уже когда сказали, говорят, уже 17 чи 18 день, я говорю, ого. Це, мабуть, через те, що люди вам в місті дуже довіряють. Не кожний би погодився віддати свій будинок. Так, да, кстати, ну, реально, там більше недовір'я, наверное, це от коли люди розуміють, що це війна, ну, то чоловік готов все віддати, лише би, знаєте, допомогти там. Є такі люди. А є такі, які зараз заробляють, здають квартири по это и с ума сходят, и выселяют людей, бо ему там предложили больше, бо одна семья предложила больше, а эти платят меньше. Типа, эти говорят, а где ж мы возьмем, ну тогда мы вас не держим. Ну, есть такое. И... В вашем хостеле сколько вы втерховывали, сколько людей вы там приняли, ну, таким транзитом? У нас в хостеле ночевал, в одном ночевало 30. То есть это, ну, это как и везде, наверное, в школах пластами люди лежали, потому что был минус 10, минус там первые дни это. Потом второй корпус, там, где еще даже ремонта не было, там был дучик и вот такой стационарный свет. То есть там тоже человек 20 ночевало. И вот это было где-то 20 дней, 30, где вот так вот оно каждый день. То есть это как было в 6 утра, в 5 утра, в 6, когда комендантский час заканчивается, выезжают. И до часу мы все убираем, и в час обратно с битком. И плюс еще расселяли по городу, то есть и поток как не останавливался. Зараз так само, чи еще изменилось? Начебто нет, потік зменшився. Сейчас поток зменшился, но проблем меньше не стало, потому что сейчас те, кто дал бесплатно вот в первые дни, есть люди, которые дали на месяц, на неделю, на это, они говорят, ну мы не думали, что так все затянется, и вот... Людей просят как бы искать что-то другое. Вот. Мы, конечно, там пытаемся с селами сотрудничать, где дома нам люди скидывают. И, ну, наверное, домов 30-35 нам люди бесплатно дали, мы их уже раздали. А вот сейчас момент именно, что многие остаются так на улице, без денег. Бо поначалу у них там была сумма 30-40 тысяч, 50 тысяч с собой. И оно как бы уже заканчивается, этот бюджет. И люди без работы. Понятно, это там помощь, вот это типа, что люди стоят продукты, это такое. Но знаете, как был случай, что семья выехала, бы поняла, что она не тянет, поехали на Львов, типа, потому что они, им сказали, что там хоть есть жилье бесплатное это. И, к сожалению, они выехали, и в этой квартире осталась куча пакетов разной помощи, поняли? Угу. То есть я к чему это сказала, говорю, что... Продукты – это одно, но самое главное, что людям нужно за что-то снимать, арендовать жилье и все. Вот я дах над головой. Да, и я вот сегодня слышал, что там в туристе тоже выселяют людей, и такие люди нам звонят и говорят. Поначалу мы там, вот, допустим, говорят, мы… Вы принимаете тех, кто зараз залишився без даху над головой? Конечно, но мы стараемся им найти жилье постоянно, потому что мы хотим, чтобы все-таки Дом Милосердия был… не как это, чтобы он был более свободный, чтобы вот сегодня в 5 утра
В 3 часа привезли женщину, инвалид 120 килограмм, поняли? Понятно, ее так с поезда сняла семья и привезли к нам. Потому что, и вот в 5 утра ее забрала скорая, потому что там ей плохо и все. Ну, что к нам повезли, потому что не было куда. И вот хочется, чтобы оно было свободно для таких разных случаев, чтобы оно как бы служило людям. Mm-hmm. А так люди постоянно, каждый день все забито. То есть постоянно нету что такого, что кровати пустые и как бы по сей день, да, идет поток. Нещодавно запрацював новий корпус Дому милосердя. Ми там були, наша знімальна група там побувала. Це не просто там хостел, це прям якийсь гарний готельний номер. В чому ідея цього корпусу? Я знаю, що вона відрізняється. Хто туди може звернутися і навіщо, за чим? Ну, це не Межигір'я, звісно, бо так теж сказали, бо я ж сам заінтересувався. Це. На самом деле все оно, до этого должен был быть там дом от жертв домашнего насилия, вот как раз тот главный корпус для приют для бездомных, а второй должен был служить вот для жертв домашнего насилия. Понятно, война планы поменяла, и у нас был бюджет, и мы его не трогали. То есть мы понимали, что, бо нам тоже говорили всем, что неделя-две, и вот все вроде бы должно закончиться. Но мы поняли, что оно не заканчивается, а стоять помещение не может просто так. И потом начались звонки, что нас приняли вот там. Нам дали летнюю кухню, нам дали там комнату в общежитии, нам дали это, но у нас нет ни постираться, ни помыться. И вот один звонок, два, три, и пошло-поехало. И потом мы решили, собрались и говорим, давайте этот корпус пока сделаем вот таким, типа, чтобы это было нормальное условие, чтобы человек мог там отдохнуть в первую очередь, потому что я побывал, где живут люди, ну, это надо видеть, потому что если в одной комнате 6, в одной комнате там 10 квадратных метров живет, ну, там 6 человек, 7, и вообще по очереди они выходят, едят, ну это такое, знаете. А вот этот дом будет как типа переночевали, отдохнули, постирались, хоть немного морально, это мы там тоже стараемся позаботиться, там еды дать, и там с детьми у нас есть детская площадка, и вот какая уже сегодня семья тоже заехала, вчера выехали тоже, это не только для семей, там пожилые люди, вот, и они говорят, блин, как дома, говорит, вот вчера такая вот момент был, вот, когда мы пожилым людям включили там сваты, чай сделали им, и это, и знаете, это как, они говорят, она аж расчуялась, и говорит, блин, вспомнила свой дом. Вот у нас там вышиванки, знаете, говорит, у меня тоже, я любила вышивать, и это как бы вообще трогает. И ты понимаешь, что это не зря ты сделал, вот, благодаря вот, даже вот, это, ну, и они выезжали, говорят, боже, тобто спасибо, це один раз, так, родина на якийсь певний термін, да, може на добу туди заїхати, відпочити, випрати свої речі і виїжджаю. Тобто там постійно не залишаються. Да, ну вони можуть на наступну неділю записатися і обратно ж, як говориться, заїхати. Да. Для того, щоб записатися, треба звернутися за номером телефону, я думаю, ми його залишимо. Да. Так, це для багатодітних або для великих родин, які зупинилися в нашому місті і не мають комфортних індивідуальних умов, які живуть там в гуртожитку, усі разом, не мають окремого спального місця. На жаль, таких родин дуже багато живе наразі. І для пожилих людей, які теж їм, тому що, якщо ще молодий може там вистирати руками, то пожилі люди, як би, знаєте... Да, це такі комфортні умови. Да. Окрім цього, ви годували людей до війни і годуєте їх зараз. Як часто це проходить, хто також може туди звернутися, коли це відбувається? Смотрите, в суботу ми стараємося роздавати продукти, щоб менше було біженців на кормлення в воскресенье. Но все равно приходять біженці в воскресенье. Ми навіть, ну, как бы намекали, що це не просто кормлення где-то в ресторані, як в піцерії кормять. Ну, как бы там контингент немножко другой. Но знаете, когда говорит, ну, а яка нам разница? Говорит, мы возьмем и там отойдем-то и поедим. Ну, вы поняли? И это, понимаешь, что и много реально уже начало приходить беженцы. Ну, мне нравится слово беженцы, но они уже не беженцы, а если те люди, гости, которые... Гости, наши гости. Ну, да. И, как, я их даже, когда мы
в субботу собираем, говорю, все, забудьте это там название беженцев. Вы местные жители, просто которые нуждаетесь в помощи. Все, вы же уже сюда переехали. Многие, там половина, наверное, людей, которых уже некуда возвращаться. То есть непонятно. Я говорю, все, вы местные жители. Да, у вас есть там статус беженца, но тот статус там для вас, ну, для социальных. Для нас вы просто местные жители, которым мы помогаем. І... Скільки людей звертаються до вас так в суботу, в неділю? Я знаю, що це... Ну, знаєте, тут можна... Людей много, будемо так говорити. Это надо просто в субботу приехать и увидеть, потому что, знаете, понятно, кто-то говорит там, когда, конечно, когда бесплатно, есть другое слово, это, то, понятно, можно выстроить много. Но на самом деле я говорю, что, знаете, лучше мы будем помогать, нежели сами стоять в этой очереди. То есть имеется в виду, пока мы можем делать, и пока нам Бог дает возможность помогать этим людям, мы должны помогать. Бо завтра я объясняю этим людям же тоже, которым мы помогаем, говорю, сегодня эта помощь есть, завтра ее может не быть, потому что мало ли что произойти, мы все, сегодня ночь была, да, такая неспокойная. То есть завтра может что-то поменяться так радикально, то есть не пренебрегайте этой помощью, не, ну, там, берегите эти продукты, там, памперсы, потому что люди берут, как бы, знаете, даже не думая. И вот, знаете, когда ты проводишь такой этот, мы даем понять, что мы это покупаем сами. Это не гуманитарные конвои, там, не фурами нам завозятся. И это, и вот тогда там ты рассказываешь, там где-то полчаса мы только вот так, знаете, как психически, морально стараемся mm-hmm. рассказать, и что, и как. Это. И кто-то там может кричать, там, да давай уже раздавай, там уже быстрее. А кто-то говорит, да, вы правы, потому что многие даже мне пишут, говорят, я, конечно, за продуктами не буду стоять, потому что у нас, если честно, все есть. Ну вот можно было бы памперсы, потому что они вот стоят столько. Да, не брать те, чего... И вы знаете, мы больше поможем этой семье, которая вот так напишет, нежели которые каждый день ходят и с точки в точку, знаете, такой квест, типа, да, за помощь. Продукты, так. Ну, а чим можуть допомогти вам небайдужі містяни, тому що ми знаємо, що вам подекуди не вистачає там роздати всім, хто потребує продуктових наборів? Мы на данный момент на этой неделе планируем вот раздать, и следующую неделю беженцы, ну, местным жителям, которые нуждаются в помощи. А в следующую неделю хотим раздать все-таки, как мы до войны раздавали, многодетным и малоимущим семьям. Потому что этих звонков тоже становится не меньше, а наоборот больше. Потому что звонит молодая пара, говорит, муж остался без работы, ну а я в декрете, типа. Что зносите людям? В основном это вещи, продукты. Мы даже говорим, не надо деньги, можно, у нас есть список позиций, там 20 позиций, 19 позиций, то, что мы берем и ложим в этот пакет. То есть вы можете купить часть из этой позиции и привезти сюда, и в субботу даже есть парни, которые покупают. И, короче, на самом деле это крутая команда, потому что кто-то покупает за пачек котячий корм, приезжает, сам фасует и раздает. Кто-то покупает картошку, лук, это и тоже сам раздает. То есть он и как и часть команды, и он и купил, и, знаете, и говорит, это такое ощущение, когда ты помог кому-то реально. То есть понятно, что разные моменты бывают на раздаче, вот. Но все мы люди. Это. Но все равно как бы есть те благодарные люди, которые подходят после раздачи, там, это говорит, реально, вот это ваш юмор, вот это ваши, там, мы чаи раздаем, то есть успокоительные для сна, там, знаете, я говорю, что я главный травник, и там, и такая атмосфера, знаете, типа, более как домашняя, не просто, знаете, стоит не очередь, напружена. И по списку, там, давай, след, там, Иванова, и там, это, ну, вы поняли, и... Как бы так. Тому можна і також стати частиною команди, типу того. Ага, тобто вот. Ми можемо допомогти вам і продуктами, да. І тим, і фізичною силою. Да. Тобто, звертайтесь, будь ласка, допомагайте одне одному. Вова, чи вдячні вам люди, яким ви допомагаєте? Ми знаємо, що нещодавно ви проводили і суботники, і до них долучилися ті люди, так, яких ви називаєте вже місцевими жителями. Ну, конечно же, вдячні, потому что
Много сообщений я получаю. Я не люблю вылаживать, знаете, вот эти типа отзывы. Знаете, их можно вылаживать там это. Ну, самое главное, что они между собой. Понятно, что, знаете, когда тебе очень всегда хорошо говорят, нужно задуматься. Uh-huh. А когда есть 50 на 50, потому что это ж нормальное, когда ну, кому-то ты нравишься, кому-то ты не нравишься. Вот. И твоя работа и все остальное. Ну, на самом деле, много, которые благодарны, и когда мы сделали субботник, много беженцев отписалось, говорит, мы готовы принять участие. Кстати, это... Коли буде наступний? Давайте проанонсуємо. Коли буде наступний? Ну, когда вывезут мусор из первого mm-hmm. субботника, и который мы даже там не успели убрать. И в основном это, кстати, люди из Харькова, потому что Харьков – это мой как второй родной город, mm-hmm. и там реально, если вы были, то там реально ты поражаешься, насколько все чисто, сделано как для людей. И это именно эти люди же и создавали. Они говорят, для нас это раз в месяц субботник, там, это как норма. Нормально, типа, да. Да. То есть это для... Мы тут раз в год собираем, и то там приходит там, человек 30-40. А там люди, как говорится, приходят спокойно, говорит, само собой. И говорит, у нас даже, мы заметили, у вас зеленый город, ну, мусора, конечно, у вас, как бы, понятно, в центр вылизаны, а вот именно районы, это, конечно, как бы, но все равно мы стараемся субботникам обратить внимание вот на эту проблему. Понятно, мы все не уберем. И как бы кто-то за это получает деньги, он должен как бы убирать. Mm-hmm. То обращаем внимание. И действительно, я писал об этом, что набережная, которую мы в том году убирали, mm-hmm. она сейчас на самом деле вот в нормальном состоянии, потому что ей начали более заниматься и обращать на это внимание. То есть так. Вова, дякуємо вам за вашу роботу і за це інтерв'ю. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Тримаємо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.